до сих пор внутри не пускают. Вот через ворота, хотя ворота открываются, внутри не пускают. Это крыльцо даже на конце, там не все показывают. Внутри еще большой павильон. Самый большой павильон находится на конце. У вас пустая земля на буржу, а самое деле павильон там стоит округлый. Вот такой, да. Вот здесь вышел сюда, слоны здесь стоят. Это стоянка слоны и вышел сюда. Это уже старый павильон, уже около 200 лет. Вот такая. Вот здесь стоит вот такая, чтобы король куда-то поехать на слонах или на шиншу. Вот такая. Видно сюда, закрапировать тут даже на конце павильон Дусит Махапрасад туда. Я еще не раз заходил внутри. Где там раньше еще микроэнергии? Где пускать сюда только рабочие, или кто-то убирать, стирать, поливать воду и все. Хоть поливальщиком не устраивайся. Вот мы пришли сюда, павильон вот такой. Это павильон назвали павильон Чакри. Слова Чакри — это название династии нашего короля. Династию короля Чакри, вот такое. Что такое слова Чакри? Это не фэмили. Фэмили нашего короля назвали Махидон. А самая династия назвали династии Чакри. Раньше у нашего народа фэмили нет. Слова Чакри — это орден. Орден — военный генерал. Высокий генерал назвали генерал Чакри. 230 лет назад один генерал, он будет достигать до генерал Чакри, сделал две ворота. Убил своего друга и стал крылем. Вот такой. И тогда оттуда прошло 230 лет. Это тогда уже кто? Это династия. Вот такая. От слова названия орден генерал, генерал Чакри. Стал королем, королем Чакри. Вот такая стал королем. Пятый король построил вот такое помещение 110 лет назад, уже стоял. Помогали итальянские структуры, итальянский инженер, европейский стен. Это приемный павильон. Прием тонко на втором этаже. На третьем этаже хранят вещь обувные, шляпки, обувные одежды, все, вещь обувщик короля. На третьем император Николай II, когда он еще не стал императором, еще был принц, да? Его путешествовали через Европу, Африки, в Индии, Юго-Восток, в Азии, обратно в Россию, в страну Японии. Вот такой, да. А вот это Юго-Восток, в Азии остановили Сингапур. Сингапур — это Великобритания был. Вот наши пятые коробки поражали, посвятили сюда. Ой, маленький, сяма, отладно, две ночи, хватит, нравится. Четыре ночи. Здесь был прием на втором этаже. Нашивали летний дворец, далеко сюда, 100 километров, а Ютае, там летний дворец. Бранко Ин название. Здесь вот 7 лет назад президент Путин, тоже есть ужин, семья короля и семья президента Путина, его супруг. Еще всего 5 семья и 6 семья короля. Президент Путин, президент Чошбург, президент Котинтау, китайский президент, японского император, премьер-министр Тони Блэр. Всего 5 глав правительства мира. Прилетел сюда на собрание АПЕК. АПЕК была 7 лет назад, здесь было очень большое собрание. Прилетел сюда 171 стран, глава правительства в мир. Много-много прилетел 171 стран. Первый ужин около реки. Президент Путин любил Таиланд. Сейчас любит, не любит, не знаю, но раньше любил. Прилетел сразу заранее. 7 дней заранее, поехал сразу в Пхукет, отдыхает там 7 дней. Понятно. Потом прилетел в Бангкок на собрание.
Король сразу встречается, потом понятно. Королева, принцесса провожала в этом территории. Первый ужин около реки, весь мир там ужин, прекрасная семья короля там ужин. Второй ужин, король, давай ко мне на втором этаже. Но там маленькая территория, я прекрасал всего пять. Король говорит, прекрасал всего пять. Тогда что? Вот я вам говорил, пять большой колоправцев в мир. Президент Путин здесь поужин, их семья, вся семья короля и их семья, вот такой, да. После ужина следующий день улетел домой, собрание все улетел. Пхукет прошло еще, по-моему, 14 дней. Где он отдыхал, волна 15 метров, бррр, все убрали. Погиб 6 тысяч человек. Успел улетел на 14 дней. Здесь он проливает 14 дней, там... Улетел в Сочи, там нормально. Хорошо, это цунами был там, да. Здесь музей, в первом этаже.